Нахуй сдался вам этот квест? Что там прям вещи такие, блин? Какой квест? Это проходка по галону, блин, Женек. Нахуй, 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 нахуй. Что за вопросы? Ставлю шкаф. Если я портанусь, тогда возьму квест тоже. Так, а куда его сдавать? После собрания мужичок стоит вместе с Браном. Появится квест, как у Дога, священный планетарий. Лока, ты куда? А, ты тоже. Давай, иди. Это задание для вас недоступно почему-то. А ты, блядь, книжки не смотри, может, ты его уже сделал. Нет. У меня вообще в книжке ничего нет. В смысле, диск взять не можешь или что? Ну, у меня диск, в смысле, я нажимаю правой кнопкой. Это, ну, это задание для вас недоступно. Пиздуй в архив и возьми 4 квеста. Какой архив? Сука. Ну-ка. Нет. Открой карту Ульдуара, нажми букву М. Наведи мышкой на собрание. Мышку поведи вниз, и там есть комната. Справа от комнаты написано архив. Там берутся 4 ебучих квеста. Недоступно, потому что ты сделал этот ебучий квест и не взял 4 ебучих квеста. И сейчас думаешь, что у тебя недоступно. Поманите тогда. Блять, еще Лука тоже сумею. Шкаф есть? Да, я поставил его взял. Бля, не туда лететь нажал еще. Пиздуй тут. А тыкайте, блядь. Дай хуй на него. Ну сейчас я долго тогда проведу. Иди в архив, беги и проверь, есть у тебя там квесты или нет. А то будешь без ключа, блядь, к Алголону. Иди, да, сбегай. Начался. А где архив этот ебаный? Блядь, по карте посмотри, беги к собранию. Беги к ебучему собранию. Мы его только что убивали, мы оттуда пришли, блядь. Так, я падаю, короче, доктор. Когда собрание умирает, там открывается комната сзади. Mm. А, все, нашел. В следующий раз. Ну, там дед стоит. Но... Ну и что, есть у него квесты? Mm-mm. Значит, побазарь с ним, я хуй знаю. Что, у тебя диск в сумке? А, во, все, взялся. Короче, тут взялся в рейде правой кнопкой, а... Ну и какой не... квест у тебя взялся? Поговорить с дедом. А потом дед ему даст в планетарий. Тише. Блядь. Вот такой у меня квест, короче. Ну, дед, тебе нужно с дедом говорить-то. А, ну он что-то пиздит тут стоит. Короче, подождем, пока они там болтают. Лок, у тебя какой квест сейчас? Планетарию. М? Планетарию. Ой, бля, только что долго сводил. Сейчас с Женьком, значит, вместе пойдете. А нахуй это лагану? А вы что в нем такого-то? Просто да нихуя, блядь. Просто если не делать этот квест, блядь, алголону не откроешь, а так нихуя. Ну понятно, а для чего он нужен, этот алголон? Ебать. Просто босс, да? Босс. Там шмот там топовый падает. Это секретный босс, еще более того. И появляется он только на час. Ты его вызвал, он час постоял и ушел. Сейчас его никто не может убить. Надо просто проходки уже к нему делать, потому что это... сейчас они будут его чинить, там, нерфить, все дела. Ну, его сначала убьют. ГГВПшники либо на том КД на следующем, на этом они уже потратили час.
А может, и не убьешь нихуя. ГГВПшники, вот интересно. Чё говоришь? Почему сразу ГГВПшники убьют первые? Я хуй знаю. Чё за хуйня? А с чего ты взял, что это хуйня? Как ты это подумал? Не, они одни же нормально играют. Ну и что? В чем проблема вам первому убить? В том, что в рейде нету достаточно одетых людей и випок. Еще вопрос. Давайте потом это все будем выяснять. Мне это не интересно. Ну он просто такие вопросы задает. Он в рейде был хоть? Видел рейд? 4-5 КГС нахуй закрывали, 25 ХМ, блядь. Тут не ГС, тут не циркуль. Я тебе говорю про другой реалм. Ну тут этот реалм, а не другой. Ты понимаешь, о чем я говорю? То, что все реально, нахуй, не обязательно быть овергирным. Тебе... Чел, это Сирус, пойми, это не Хёркл, просто пойми это. Взял, что я про Хёркл тебе что-то говорю. Он про экстрим, ну, говорит. Это, видимо, про Circle, потому что на Сирусе нет ОГС, а тут циферки рисуют. Ну, а только на Circle и на Сирусе его. Так, ладно, все, харе, мне это нереально интересно. Женек, ты что там, нормально все, справился? Взял квест на планетарий? Да, вон он линкует. Алло, это же супер. А только что его дали, он пиздел стоял. Вот, отлично. Док, ты взял на 4 печати? Отлично. И, типа, чтобы к этому боссу пройти, нужно, чтобы всего рейда был этот квест, да? Нет. Достаточно РЛ. Просто, чтобы потом с тобой не ебаться и не переделывать. Я только ради этого сейчас этим занимаюсь. Плюс награда за этот квест. Плащи 226. С хорошими статами. В том числе и на силу. Там, короче, это... Лог, Женек, давайте, смотрите, справа обходите. Не нагрите вот этих вот пацанчиков лишних. Вот, идете за спину в стражу передней. Вот, просто проходите его и пофигу на него. Просто проходите и идете до конца этого коридора, упираетесь в разноцветную дверь. Он не сагрится, этот хуй здоровый? Да сагрится. Вам придется умереть, чтобы мы не били его 300 лет. Ладно, я похилю вас, господи. Придется еще раз умереть, блин. Да я тут не вижу никаких. Беги дальше, дальше. Цель достигнута. Все, отлично, молодец. Можешь умирать, в принципе. Да? Квест здесь этот тоже достигнут. Да, да, выполнил. Все, умирайте. Все, бегом сдавайте вдвоем и берите 4 квеста на печати. Сдавать туда же, да? Да, у того же деда. Да, поставь у Калагара на шкаф, чтобы мы вас потом просто суманули, когда вы уже сдадите и возьмете новые квесты. Так лох, пока эти квесты брать будет. Вот он поставит шкаф и пойдет брать квесты. Как тебе такой план? По-моему, ништяк, как швейцарские часы. Швейцарские часы — это когда на НЛО не убивают звезды каждые 12 секунд. Вот это швейцарские часы. Если убивать дольше 12 секунд, то будет лайк. Давай уже. Нажимай. Все, беги, бери новый квест. Нажмешь, как возьмешь все квесты. Угу.
Все молодцы. А мы, получается, всех убиваем, кроме Мимирона, да? Да. Где этот хуй? А у тебя есть на шамане этот квест, да? Да, у меня есть на 4 печати. Я их до этого не брал, но сегодня взял. Раз мы сегодня будем по фулу харды закрывать. Так, кушаем рыбу, даем лапы, интеллекты. Еще у меня МП5 нет. Бес разве не мощнее дровосека? В демоне нет. Почему? Дровосек топовый. Он тебя заряжает. Господи. В смысле, зачем нам тут афлик или дестер? Афлик нам только на ласте нужен. Демон тебя, кстати, тоже бусит, нихерово. Не сейчас, чем демон. Демон весь рейд бустит, нихерово. Так, давайте все, потом поговорим за это. Я попросил демона не ходить. Тело, рука, рука или что там как? Тело, рука, да, все. Давайте встаем на исходную. Арстайл, пули. Я тут тоже резист на тур поставил. Квейзер, квейзер. Так, аккуратно, милики, сейчас у вас... А, все, кончилось. В руку сыграли. Перестать. Прием. В руку сыграли. Перестали. Нечаянно БР выдал. Блин, надо было перенести тебя. А, стоп, перенесло. Все нормально. Все выпустил по телу. В руку. Можно не играть в руку, просто тело добейте, все. Я даже что-то дали. Это потому что мы руки не убивали. Класс. Такой себе лут, конечно. Ну я эту парашу сразу отставил, ты, короче. Давайте чистим.
Интересно, этот парашевый щит выпадет или нет? Какой? Поменяйте цель, сейчас это сдохнет. Да нахила. Что там, хаст МП5 на нем, да? Угу. Он еще без дыр, блядь. А он какой, 32? Да. Нет, 19. Мне, блядь, нужны ебучие руки, плечи на ДК. Вообще 13. Я не могу казнить. Блять, нечаянно притянул. Бери. Думал, нахуй подкинет. Он что, перестал под это взлетать, да? Ну, пофиксили наконец-то эту чепуху. Я что-то подумал, что он сейчас будет взлетать, и притянул. Хотите прикол? Покажусь, сядется на сугроб. И его эти змеюки съедят. Найс прикол. Без какого большого, без следующего защитника. Давай, показывай. Опа, нихуя себе, что я нашел. Бля, ну в принципе... Че, можно пройти, да? Мне кажется, мы заденем этих долбоебов. Да похеру, змеюки это небольшой. Погнали. Давай сразу помчали сюда. Направо пошли, алё. Ну это талант. Ну это ГП. Понял. Ну ладно, хрен с ним. Бьём всех в кучу. В принципе, заебись. Блядь, сука, тварь. Ну, спасибо. Обо мне позаботились. Тут нахуй. Короче, брусты прожимать. Какой вопрос возник, как мы не сдохли еще? Повезло. Работа паладина. 4-3-8 на Эршаму вообще нормально, да, походу? Угу. Я готов ебашить. Держать охота. Ладно, короче. Чё тебе жрать охота? Чем ты занимался, ДВРТ? Ел. Я понял тебя. Ты у нас бездонный женёк. Чё там? Ну, блядь, 2 метра роста, нахуй, его откармливают, пиздец. Все готовы, блядь.
Метки-то разбейте, алло, блядь, бафы нам кто давать? Все по вспышкам, молю, ребят, вы чё? Прием. О, нормально. Не забываем двигаться чуть-чуть. Грозовую точку разноси. Ага. Давайте, поехали. Если дуновение кто-то увидит, сразу же орём. Если? Дуновение. Прожимай, сокру прожимай. Забежали. Разбиваем вспышку. Ай, ты пиздец. Хрена не видно было. Есть там что, нет? Ну класс, еще и все подохли. Вот он, сука, замораживает, когда такой лаг еще проходит. Че, попробуем добить. Сколько нам нужно до этого? Быстро убийство 1 минута. Минута, да, есть. Попробуй, ну, двигаться ж надо, крейзер, блин, чтоб тебя не било. Столбах-то фиг. Быстро убийство, 50 секунд. Добейте босса, блядь, чё вы? Босса. 30 секунд. Всё, поднимаю. Неужели? А чё сдохли люди? Было? Это глыба ебаная, да. А шо ж у ДК есть, нахуй, куча всякой хуеты? 32-й щит у нас. Арсел, тебе надо? Собирай. Нет. Спать. Бага щит, ебать, с двумя дырками. Чё там, резник кто-то, прием. Так, чё там, кто у нас? Квейзер, тебе по квесту надо полутать синий сундук. С него печать выпала. Я взял уже. Так, выпил токен. Разбойник ДК маг. Ролл. Лук нужен кому-то? Наверное, никому нафиг не нужен. Артстайл ловить. А мне тоже ноуспех нахуй. Даже ноуспех нахуй не нужен. Ну, все свои, ладно, в принципе. Если хотите, я могу группу поставить. Мне не трудно. А, 2 лука, блин, зачем-то выпал. Терпеть не могу такую шляпу. Воин, охотник, шаман, чё кому? Тебе на оф надо? Бери. Не надо уже. Быстро ты передумал. Ладно, я возьму, не знаю, может пригодится. Мне пока что не все. Что, помчали? Да, конечно. Вышли. Справа вот этих пацанчиков тоже убиваем сразу. Чё ждать?
Отвернись. Так, а вы забафывались? Разбафывайте сразу, пока людей. Если баба сейчас одновременно подойдет, же нужно убить, да? Ну, этих желательно, да. Я бы другого хуярил. Сейчас баба подходит, сразу ее убиваем. Единственное, что это, давайте там каски раздадим. Нет, не убиваем. Пошли, бежим. Уходите это от нее. Встаем, в вестибюль идем, бафаемся, убиваем папу. Переждем, сейчас она будет. О, бля, как я выжил, интересно. Ты красавчик. Это фартануло, она. Чисто тактику выучил. Бля, я поменял пуху с 213 на 232. У меня крит с уничтожения на 1000 вырос. Смотри, какая у него пуха. Есть какая большая, блядь? У кого? У босса. Ага. Ну, пох, у меня вон просто ДКшные, да, светится. Расставил, иди щит делать. Кто он без этого щита закончит? Если была бы речь об Алгалоне, можно было бы пойти делать. ДК щиты не могут носить, да? Можно было бы щит еще и фростойку включить. Ну, прикольно было бы. Через одну ручку. Это касочки там раздаем. Так, давайте, готовность. У кого бафов не говорите сразу. А чем, бабу не будем бить, что ли? Да будем, будем. Вот этого пацана давайте тоже убьем заодно. Она пока все равно подойдет. Давайте, пуляй вот этих балбесов тоже забьем. Все я равно убивают. Увидели, что их пацанов хуярят и побежали. Ну, мы до катана сливайте, он стак эту хуйню. По кресту игры. Баба идет. Погдову каску чуть не вижу на каске. Она уже почти подошла. Дайте сюда, да это нет, это не пуляй. Танк пока занят. Все, уже добили. Если что, это. Если он пусть сам пуляет. И не навсегда. Всем дали каски. Отлично. Поехали, убиваем часов. Накидываем, разрываем нафиг на тряпки.
не то нажал. Да нет, просто двигайся в сторону Торима и все. Бля, я что, один еблан кошку бил? Да. Угу. Что, надо, что-нибудь кому-нибудь надо? Да, шляпа какая-то. Ну, Арстел, ты распылил, да? Пост. Так, в комнату идут. Voidlight, Artstyle, Avern, Quasar. И какой молодец, наверное, да. Па-па-ра-па-ра-пам. Здесь остаются у нас Дог, Женек. Я вот думаю, может, два танка все-таки? Как вы на это смотрите? Одного? Нет, серьезно. Кто здесь будет танчить вот здесь? Два жирных милика, вар и ДК. Ну, блядь, они заменят танка с лихвой. Я могу фростойку включить. А в конце понадобится ДПСа больше. Ну, нет, фростойку включу, а в конце включу обычную стойку. Давай, да, здесь этот... Вот так сделаю, все. Да. Я вот думаю, сову убрать, отдать вам, чтобы, если что, БР или Лока. Да лучше Лока, сова уешит здесь на арене нормально. Ладно, все тогда давайте так. Первая у меня в комнату пойдет, вторая здесь остается. 24 тысячи брони, 61%. Отставил, ты этот, смотри, объясню сейчас тебе в двух словах. Берешь первых пацанов, кидаешь в них щит и отходишь обратно за стену. Вы их быстро убиваете, вот всех троих сразу. Не надо это выдумывать. Проходите потом, уворачиваясь от плюхов, до второй пачки. Вторую пачку опять же кидаешь щит, чтобы сбить им всем косты, и заходишь в комнату. Чувака отводишь на левую сторону, убираетесь в стену. То есть, а чего напротив тебя команда встает в правую сторону. Главное спулить большого, чтобы он перестал эти волны свои кидать позорные. Дальше вы пробили. Ну и трэш тоже заклеивали. Зашли. Что вы там делаете? Там два пацана стоят. Два пацана. Ты их пулишь, вы убиваете кастера. Дотаете другого. Потом спускаете снизу еще одного кастера. Тоже быстро чпокаете. Заходите вверх. Там будет один малыш и толстый дядька. Толстый дядька, ты его заходишь и ставишь его, упираешь. Вот смотри, там будет дверь закрытая.
Видишь, где я бегаю сейчас? Вот все ребята встанут вот в эту часть, а ты встанешь вот в эту, потому что этот чувак откидывает, а ты просто в проходике постоишь, он как бы потанчится. Не проблема на самом деле. Главное, иногда прожимайся, потому что там тебе станы будут давать. То есть именно примерно там поймешь, когда... Ну, со временем, может быть, не сразу поймешь, но будешь чувствовать, когда тебе уже дадут стан, когда не дадут. Главное вам быстро залить, то есть большого, а потом дать станы мелким, которые остались, если они останутся, и пробежать по комнате сбоку. То есть по центру никак нельзя бежать, там ловушка. Нужно по стеночке. Вроде все пока рассказал, что в комнате. Давайте посмотрите. Пару раз вайпнемся, а потом поймете. Если что, Войд подскажет, он там был миллиард раз. Бля. А, и на этом, на фазе, подальше от стеночек. Но рейндж пропишите себе все 8 метров, или 10, что-то такое. Я 10 прописываю. Гости, вы заплатите за то, что посмели вмешаться. Погодите, вы? Я помню вас. Это было в горах. Но вы... Что это? Где я? Рога на меня, напуливай на ДК. Я в офисе. Если не для того, чтобы убить тебя, их нужно остановить. Бести, бести, бить. Что так долго? Зергайте их прям, сильно убивайте. Отойди, Женя. Женек, отойди, цепну хайпец. Я щит прожал. Ну ты прожал, но у тебя ребята милики. Если ты там стоишь, это значит, что они не могут. Так вроде стоит тут, нет? Добрый шаг. Стойте здесь, ой, где паладин стал, маг там, сюда встань. Он тебя чаржнет и откинет к воротам. Мне показалось, что я до этого стоял. Ебал он вихри свои, давай. Быстрее дальше туда. Зергаем, зергаем. Убивайте вот этого петуха, который стоит. У вас там 1 минута осталось. 1 минута. Этих дотки доедят быстрее большого и баши. Гуляй. Ринжу немножко между собой здесь. Будет деба вешаться. Что-то арена прям у нас очень простая, ребят. А в 25-ке, помнишь, арена была? Просто Ичка, пачка. Да. Чуть ли не в 5 раз сложнее. Так, док сглазил, нахуй. Не, вот это то, что выходит, это шляпа. Кто это запустил? Сложный режим 20 секунд. Ну все, запустили. Спрыгивайте ты. Так все можно вырубать просто только? Да. Я не понял, а че пацаны бегут? Что случилось? Эти жалкие смертные беспомощны передо мной. Избавьтесь. Не запустилось, ребят. Вы его ударили, так что-то сделали, я не знаю. Ну да. Че, кто ударил? В смысле, он это того. Вон он стоит. Все еще как бы нет. Не запускаются, пацаны прыгают на арену. Это что-то шляпа. Походу. Да, ложимся, че.
бред какой-то. Надо обновить данж. Выйдем сейчас все. Ну, вот. Значит... Долго АФК? Ну, походу, АФК, АФК. Не, просто раз на АФК, я пойду тоже на 2 минуты отбегу. Ну да, я про это и говорю. Раз на АФК. Ну ты придумал, док. Короче, забагалось что-то, да? Да, будем сейчас обновлять. Да, 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 мы идем курить 5 минут. Выйти с инста или что? Не надо пока там алики на входе просто постоять. Да инст что-то. А я на телефон посмотрю, у меня питомец ударил по мне. Я тоже это шел. Тридцать минут. Фигово. Войт тоже, блин, написал срочно АФК. Написал бы на сколько.
Чай, наверное, это... Наверное, через час, потому что... Может быть, Алиска освободится. Подменить тебя сможет. Че, релог или инст? Так, че, выходим, давайте. На обновление. А че, его били, и он не запустился, да? То чуть не заметил. Угу. Не запустился. Расставил где-то. А, стоп, это Бобри. Нам нужно пересобраться, слушайте, я что-то понял. Нет, здесь это не так не сработает. Так, все, все вышли. Блин, туда же. Потеряли. Дорога то гардстайл.
полетели там, шкаф поставим у босса. Не, не проблема, я просто тут пересобираюсь. Шкаф лок. Очень нету, посмотрите. Все, все готово. Бля. Нарастаю лауру. Вы заплатите за то, что посмели вмешаться. Погодите, вы? Я помню вас. Это было в горах. Но вы? Что это? Где я? Кто вы, мой повелитель? Зачем еще явились сюда эти чужаки, если не для того, чтобы убить тебя? Их нужно остановить. Что как у вас там дела? На лестнице. Нормально успеете. Мелкого тоже ешьте. Лягушка вертушки видели, да? Покра.
Сложный режим, 40 секунд, ребят. Пишет фаза 2. Значит, вроде запустил. Отойдите, пожалуйста, от колонны. Сильно в стену не вжимайтесь, потому что там будут эти лучи света, добра и холода. Женек стойку выключил, надеюсь. Все, возвращайся на меня. Следите, пожалуйста, за костами. Герб, что? Вроде все нормально себя чувствуют. Мечи, я сдаюсь. Ты не моя возлюбленная. Сгинь, нечисть. Вот источник зла. Почему он все еще идет? Он разрушил мое королевство, затмил разум моего брата и убил мою жену. Герои, теперь вам предстоит. Что он перестанет, она? Балбесит кто-то. Сейчас он исчезнет. Будет непросто. Но я готов. Ой, все еще идет. Вам. Вы должны победить. Вы там всех убили, пацанов? А, во все, болячи. Распределяет это. А, стоп, мы же на группу лути договорились. Бог тут. А. Подожди, синдикан стоп ключ. Это, я думаю, не закончится никогда, блядь. Ториума забирайте, кому надо по квесту. Давайте, ролл, я что-то пробулил этот момент.